наверное, вообще вся мое увлечение психологией началось там в школе с гороскопов. И вот я там где-то прочитала, что я телец, я домашняя, я хозяйка, я пеку, мне важно, чтобы был порядок, что я нудная. И она вот по сути так и есть, что я амбициозная, требовательная, там еще там что-то такое там. Но мой внутренний мир, он очень, очень земной. Вот. И я иду к людям массово. Если я что-то вкусного наделала по продуктам или по еде, и мне хочется вот, ну, то есть все, я уже там сейчас как-то печка меня сейчас разорвет, но и мне, если уже есть чем поделиться, тогда я иду к людям. Если вот делиться нечем, потребностей в людях нет. У меня экстраверсия, она такая очень под желание отдать включается. Есть, кстати, такой проективный тест, называется «Карта внутренней страны». Вы сегодня меня спрашивали, как вас там потестировать, да. И вот люди рисуют свой внутренний мир, и у каждого всегда получаются разные рисунки. У кого-то абстракция, у кого-то... Ну вот я просто конкретно знаю, как я его рисую, этот внутренний мир. И зная ключ, зная интерпретацию, я знаю, что я не нарисовала бы никак по-другому, ну, потребности нет. Ну, то есть мне вот нравится тот внутренний мир, который вот я внутри себя вижу. Это будет пейзаж с горами. Это будет пейзаж, горы, речка, природа, домик, печка, кот, там, в общем, принц.